Audi раскрыла подробности о новом хот-хэтче и седане RS3. Немецкий автопроизводитель Audi показал фотографии и видео с обновленной спортивной версией RS3. Компания обещает официально представить новое поколение заряженного автомобиля уже этим летом. Закамуфлированные прототипы, фотографии которых появились в сети, имеют броскую надпись 1-2-4-5-3, означающую порядок зажигания в 2,5-литровом пятицилиндровом моторе с турбонаддувом. Автомобиль, как и предшественник, оснащен 400-сильным мотором. Двигатель с хорошей тягой обеспечивает пиковую мощность в диапазоне рабочих оборотов от 5600 до 7000 оборотов в минуту. Силовая установка, работающая с двухдисковым 7-ступенчатым роботом и системой полного привода, получит увеличенный на 20 ньютон-метров крутящий момент. В новой версии он составит 500 ньютон-метров. Обновленная Audi RS3, как заявляет производитель, разгоняется с места до 100 км в час за 3,8 секунды, что быстрее на 3 секунды, чем предшественник. Согласно заявлениям, новинка быстрее на 10 секунды главного конкурента – машины Mercedes AMG A45S. Несмотря на компактные размеры, хэтчбек и седан готовы разогнаться до 290 км в час. Система торк-сплиттер, отвечающая за контроль заноса и распределяющая крутящий момент между задними колесами, позволит лучше чувствовать автомобиль на высокой скорости. Чтобы добиться отличной управляемости, в Audi вместо традиционного дифференциала установили две многодисковых муфты с индивидуально управляющими модулями. Это позволило снизить снос передней оси, улучшить стабильность и управляемость машины. Работать с настройками водители смогут самостоятельно. Электронная система Audi Drive Select с 5 предустановленными режимами поможет персонально настраивать автомобиль, отталкиваясь от характера вождения. Среди доступных настроек – экономичный комфорт Efficiency, а также агрессивный торк-рир с тягой на заднюю ось.